любой следующий после Путина будет более рациональным человеком. Он может быть негодяем, он может быть фашистом, он может быть кем угодно, но он будет рациональным человеком. И ему надо будет, кроме захвата власти, ему надо будет власть удерживать. Чтобы удерживать власть, надо отрубать все гири, сбрасывать все гири, которые на ногах. Да? Главная гиря на ногах – это безумная война с Украиной. Да? Поэтому я думаю, что любой следующий войну прекратит. Более того, любой следующий обратится к Западу с просьбой о восстановлении отношений, а значит, он должен будет пойти на определенные послабления внутри России там, и так далее, и так далее. Но вообще, я убежден в том, что если мы хотим, чтобы война закончилась не перемирием, не временным прекращением огня, а прочным миром, как закончилась война Вторая мировая в мае 45-го в Европе, то режим Владимира Путина должен понести политическое поражение, а не только военное.